Итак, всем привет, дорогие друзья. Вот, я продолжаю сегодняшний стрим, поэтому я думаю, мы это назовем стрим часть 2. Вот. И, собственно говоря, продолжим собирать ресурсы на многострадальную кровать. Вот. И все-таки, я думаю, попробуем кого-нибудь приручить, и может даже грядочки там сделать, что-нибудь такое. Вот. И, в принципе, на этом я свой подготовительный курс о игре буду считать законченным, вот, и пойду уже искать действительно какой-нибудь сервер, где меня примут, ну, в плане какой-нибудь группу, как-то общину, вот, и с ними уже развиваться. Ух. Ух, что-то не задалось. Так, да, насколько я помню, я был голодный, и, по-моему, все очень даже плохо. Ну, ничего страшного. Я думаю, мы сейчас быстренько каких-нибудь ягодок натолкаем. Так. Ничего страшного. Куда я их поставил-то? На семерку. Отлично. Ну, в таком состоянии я вряд ли кого-нибудь догоню. Поэтому надо будет сейчас, к сожалению, пока ходить, перебиваться ягодами и увеличивать свой показатель еды. Ну, не нашел я еще хорошего здесь способа найти себе пропитание. Хотя здесь неподалеку рыба водится. Вот, причем очень немало. Вот, но если вспомнить, меня отпугнули стрекозы. Великолепные стрекозы. Обожаю их просто. Если одна такая сейчас на меня налетит, будет очень плохо. Вот. Но будем надеяться на лучшее. К сожалению, я даже бежать сейчас не могу. Потому что... Да, нога сломана. Хоть я и не падал с высоты. Вот. Ну, то есть здесь получается, я как понял, когда у тебя остается мало хп... Вот, вне зависимости от того, я не знаю, падал ты, не падал, у тебя здоровье уменьшается. Точнее, ноги ломаются. Но, к счастью, быстро можно отрегениться. Просто надо на высоте держать такие параметры, как еда и вода. Поэтому ничего страшного. Пом-пом-пом-пом. Ух ты. Это у нас что такое? У меня кусок стрима на экран попал. Чатик сбился. Ну, ё-моё. Ну, что ж ты так приуныл-то, чатик? Кусок моего канала схватил. Чёрт. А ведь всё проверял. Так. Так, так, так. Блин, даже не знаю, как сейчас решить эту проблему по-быстрому. Так, сейчас, ребятки. Никуда не уходите. Сейчас что-нибудь придумаем. Так. Так, так. Ну, что-то его так нормально потащило. Может, вот этот все-таки? Странно вообще, куда он убежал. Так, чат, чат, чат. Ну давай, давай, давай. Все, ребят, чат потихонечку чинится. Сейчас пару секунд, надеюсь, я не помру. Сейчас. Да что ж такое? Прямо надо мной издевается. Так. Вот реально, ребят, просто я не дышал ни на что. Оп. Что, появилось что-нибудь? Нет. Ничего не появилось.
Да. Нет, сервер остался тот же, я сервер не менял. Просто что-то чатик сбился. Видимо, я там пошлялся. Не знаю, чат сейчас видно, сейчас, по-моему, чат не видно.